Все стримит, 60 FPS, все работает. Стримит? Но чата нету. Сейчас чат я вас помою, а то пиздец. Мы тут просто полтора часа нахуй. Ты там не пиздец. Короче, чтобы вы просто понимали, чтобы не думали, что пиздец. Мы едем уже часа, хуй знает сколько. Полтора часа. Вот смотрите, фиксируйте 8 минут. Сейчас вот минута стрима, посмотрим, через сколько мы приедем. Просто зафиксируйте. Фиксируем 8 минут, короче. 100 метров ехали 30 минут. Было написано 20 минут, мы ехали сколько? Ты ссылку будешь выкладывать? А там кто-то сделает... Модер. Арсенчик сделает. Или увольнением. Кик ТВ на баллончик. Я не знаю, Арсен, правда, увидит, что я запустил или нет, нахуй. Ой. А вдруг Арсен не увидит сейчас? Так никто не увидит. Давай. Стрим был? Был. Скиллс у нас очень расстроенный. Скиллс у нас пиздец. Скиллс даже не здоровается. С кем? С тобой? С чего ты поздоровался? Я здоровался уже. А поздоровайся. Здорово. Ох, блин, вот бы хотя бы... Уже есть. Реально? Нет, нету цифры даже. А, у тебя не включено, походу. Ну, сейчас скик накрутит, не переживай. А где онлайн вообще пишется? Я забыл. Я уже столько дней стримил. Я забыл. Чё-то у вас какие дела? Я на ютубе именно сейчас снимаю. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. Попросил тебя сосать, ты же мне пообещала. Попросил тебя сосать, а в итоге наебал. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Кстати, ты мог запуститься через приложение Кика просто и все. Да можно? Не знаю. Там нельзя. А, ну, Вадя, дай тапку в пол для контента просто. Подожди, Витя, да, Шевцов? Видите, куда тут арабку убивать? Короче, я на чате сижу. Мы едем в ТЦ, да, посмотреть, какую-то, может, одежду прикупить. Да, потому может, что уже в трусах в одних по месяц хожу просто. Реально? Сука, пи! А ты меняешь трусы или просто новый покупаешь сразу? Новый. Я не стираю. Не стираешь никогда? Я давно на таком двигаюсь. Подожди. Носки тоже. А вообще одежду не стираешь тоже? Одежду есть, не сука, стираю, она не пачкается, блядь, потому что трусы и носки новые всегда. Рожден сосать! Оценочку трека. Не понял. Что он сказал, да? Ты Спает улица, ну. Сейчас кто из дома не выходит по 2 месяца, представляете? Приехали, бля! Пошли там вообще. В Турции погодка, просто бомба. Лошок. Ой, я чуть не снимал. Было бы охуенно, чтобы все магазины закрыты были сейчас. Да, если сейчас магазины закрыты, я просто, ну... Чипсы стираешь? Кстати, я забыл вам сказать, что у нас сегодня челлендж, Вадим, покупать все, что вы хотите. Да, у нас сегодня, что мы купим на 10 тысяч долларов, Вадима. Что мы купим на 100 тысяч долларов за час. А куда мы пришли? Мы в Тиффани. Я в Шанель, я сетку. Мы все на улицу? Так как у меня женщины нету, буду сам в них. А где можно купить мужчине кольцо? Вот, в Тиффани. Ну, Тиффани, оно женское, нет? Не знаю вообще, что это такое. Унисекс, наверное. Ну, пойдем спросим. Может, там. Переводчик-то наш уехал. А где наш... Так он пока так доедет. Нет, тут только... должны поместить говорить. Не, он на метро поехал к нам. Он должен, ну, он должен быть где-то чить. Ладно, пошли сначала. Анальная спрашивает? Нет. Подожди, а где? Это мужское или женское уже? Хоть кроссовки? Да, вот такие хочу, которые носили уже. Это конверс или что это? Не знаю. А что ты сейчас смотришь? Просто ботинки прикольные. А ты уже в ботинках гоняешь? Ну, кстати, какие-то уйдет немножко, чуть-чуть. Мы как будто... Мы не там, ребята. Нам на другой этаж надо. Ребят, нам надо покинуть это здание. Может, мне штаны купить? У меня штанов нет. Ну, вот отлично. У меня эти штаны, чтобы ты понимал, где-то огромные. Типа, я рюкзак не хотел. Это тебе надо штаны? Трусы? Да. Келлин Клин или Сектор Клир? Можно и Клитер. Клин. XL. Не моё тема. Что, надо, блядь, сначала вот так вот? Магазин Келлин Клин, потому что здесь только XL. А в Кельвин-Кляйне зачастую читают. А вот эти ник. Знаешь, как на английском будет? Nike. Ну это тоже L. На вот S. Да что мне? Дри. Дри в магазин зайдем, дриз и бит. А что мне? Что мы хочу я купить? Я не знаю, что ты хочешь купить. Где у нас Азан? Я бы худи какой-то купил бы, бля, уродская. Худи? Да. Нас тут опять лагало. Что ты купил? Я видел. Что случилось? Трусы купил. Кик лагающее говно, конечно. Ну, по имени лагаешь. Внизу. Что, там?
Зимой именно специально, вот стрим, если есть, надо запретку кинуть. Прям он специально. Он пришел сразу. Да. И именно он... Ты эти слова даже не используешь в жизни. Вот я никогда тебя не слышу. Ну, потому что я добрый и человек в жизни. Тут есть Big Show, кстати, слышишь? О, обожаю, блядь. Ну, вкусно там, что пиздишь? Каждый день есть там вкусно. Очень. Вот бы платок купить кому-то. А что ты хочешь? Я не знаю. Я, ну, типа, есть тут какие-то наркотики, например? Осуждаю. Что нам надо, Константин Николаевич? Сумку. Сумку? Да, вот это вообще кайф. Тут тоже лагать. Померить? А, так тут, в каждом магазине, скорее всего, закика лагать. В принципе, самое необходимое взяли. Просто носки есть. Остальное... Ребят, тут везде лагает. Тогда вокруг этого походим. А чего это? Тогда пару кругов можно дать, а что нет? Устройте. Мы потом пробочку 4 часа обратно. Мы 2 часа ехали, чтобы приехать в лагающий ТЦ. Так я зимой интернет все ездил, проверял, тут говорит, работает везде. А Костян именно очень магазин пиздит, как понравился, выходить не хочет. А я тебе говорил, надо справа ехать всегда. А я тебе говорил. И что будем делать? Для галочки стрим есть, все. Активность, и контент на большом уровне. У него есть галка. Я тоже засветился, не только Казик стримлю, видите, на улице еще гуляем. Не, чат, я не буду вырубать на Ютубе сейчас. А вырубать? Костя, давай с тобой шоу сделаем на Ютубе «Холостяк». В смысле? В прямом. Чтоб меня потом... Как ну, я типа, так делал? Чтобы у меня сейчас нет девушки, а теперь меня еще все девушки ненавидеть будут, да? Почему? Потому что я всех отошью. Нет, ну мы сделаем так, что... Что-то юмористическое, чтобы меня еще сильнее ненавидели и думали, что я шучу только. Мне отношения не нужны, я шучу. Они не со мной же. А я не боюсь спрашивать, а ты шьешь типа галки? Нет, а пойдем варианты посмотрим. Дерется. Не, ну так-то если варианты посмотрим, то можно. Ага. Короче, магазины, пацаны, мы не можем заходить. Мы не можем, нам закрыт доступ. Мы типа, у нас, если что, вы на данный момент, ну, на лучшем реал-стриме, мы показываем, как бы, ТЦ без магазинов. Куда там тупик? Так он смотрит стрим. Нет. Прошлись, ТЦ-шку посмотрели, пацаны. Вообще, оцените, пожалуйста, ИРЛ-чик, который еще бахнул. Надо было, наверное, на Ютубе все-таки запустить. Но позже. Ну, что уже, пацаны, сделать? Уже такое время у меня, такое немножко шаткое. Так получилось. Боты здесь.